Сегодня я снимаю видеофильм, который называется «Ту-тубы». Две трубы. Для изготовления ту-тубы, двух труб, я беру баночку из-под йогурта, вырезаю в ней донышко, а затем две баночки соединяю скотчем. И получается две трубы, ту-тубы или бинокль. Можно, конечно, бинокль вот так руками делать, что я раньше и делал. Но вот это мое изобретение, оно существенно отличается от двух труб, сделанных ладонями, тем, что здесь расстояние между осями 60 мм, а длина трубы 120 мм. То есть соотношение межосевого расстояния в длине трубы 1 к 2. Это существенно, потому что таким образом оси оптические будут параллельны. Если мы перемещаем трубу вперед-назад, вот так, медленно, то оси тем более становятся параллельными. И тренируюсь, глядя на солнце вдаль или на лампу накаливаю, мы таким образом управляем параллельность наших оптических осей. Это упражнение существенно необходимо и людей, страдающих миопией, в простонародье близорукостью, и людей, страдающих гиперметропией, в простонародье называемой дальнозоркостью. Собрать наши оси оптические в два параллельных пучка поможет вот такое упражнение, которое я назвал ту-тубы. Две трубы. Бинокль. Желаю всем удачи.